лучший эфир просто, если быть честным. Интересно, кто-нибудь из моих пацанов смотрит меня еще? Где вы есть-то? Всем салам алейкум, здравствуйте, привет, шалом. Где купить деньги? Не знаю, слушай. Я покупал в приложении своего банка деньги последний раз. Как лучше? С волосами или без? Давайте определим. Без. С волосами. Без. 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 С волосами. Без волос. С волосами. Ну, короче, если до 10 считать, то уже без. Просто недавно думал, может, сделать какую-нибудь эту новую прическу там, не знаю. Но подумал, что отращивать я точно не буду. Мне это не нравится больше и неудобно это. У меня когда волосы были, волосы по всей хате валялись, короче, разбросанные туда-сюда. И меня это вообще дико задолбало. Поэтому мне вот так вообще по кайфу. Так что если мне идет, я буду двигать дальше свою линию и бриться каждый месяц. Вот. А другие-то прически, кроме той, которая была и кроме той, которая сейчас есть, я думаю, мне и не пойдут, в принципе. Ну, лютые типы. Чё по поправкам? Чё, пацаны, хотите за политику покачать? Чё там качать-то, даже не знаю. Просто игнорируйте всё это и живите спокойно своей жизнью. Всё уже решено, к сожалению. О, привет. Что делаешь? Ты всё ещё ведёшь трансляцию? Да. Чё так долго? Ну, я уже другую веду. А в смысле? Ну, я поиграл сперва, теперь просто сижу, отдыхаю. Развлекайся. Развлекайся. Ты кушал? А, что это? Не знаю.
Я, да, кушал. Как кота спрашиваешь. Ясно, лучше я говорю. Ты кушал? Я кушал. Было вкусно. Сейчас я посмотрю. Спасибо. Я в Уфу на самом деле планирую пригнать в ближайшее время, что у меня там дом родной, как говорится, семья, друзья, близкие. Но пока немного так опасно. Просто если гнать туда, то это надо со всеми родственниками видеться. А если видеться со всеми родственниками, то мало ли вдруг я кого-нибудь заражу. Даже если мне скорее ничего не будет, то у меня там просто дедушки и бабушки отлетят сразу. Вот вы, ребята, говорите, там, типа, ну, давай говорить туда-сюда. А если я чувствую немного, знаете, в каком ключе уже, ну, да, долгое время, в таком, что у меня на самом деле очень много уже накопилось песен, и вот хочется сказать через песни в первую очередь, потому что лично мое мнение, что это вот самый точный способ, как может высказываться вообще артист для своей аудитории. А с Надеждой все в порядке, она скоро будет. С Бабкиной? А. Ну, Бабкина вроде тоже все в порядке. Первое, что сказала Бабкина, когда вышла из комы. Чё? Я откуда знаю. Ну, мем какой-то ходил. Или не мем, или реально она сказала это. Знаешь, это чисто там все рэперы, там, про там, про своих коллег, короче, и чисто я, тайм-код, фейс. Типа там про Надежду Бабкину. Видишь, я особенный, значит. Это не просто так. Видишь? Фифу всех чисто сделал жестко. Конечно, посиди, отдохни немного. Чё это сейчас было? Чё? Ты чё наигранно так сказал? Я? Наигран? Понятно, ладно. Ой, это не я. Сейчас тебя покажу. Не надо, мне плохо. Давай. А? Давай чуть-чуть. Я пошутил, да не я буду. Знаю. Видишь, люди пишут. Краш. Краш. Я. Краш. Что это вообще за слово такое? Тикток головного мозга. Ну, при чем тут тикток? Это странно, что люди эти слова не использовали как бы, ну, раньше. Типа, почему именно сейчас? Я не понимаю. Не знаю, все это странно, если честно. Ладно, ребята, песня скоро, альбом скоро,
Я работаю, не переживайте. Ну и играю в PlayStation еще. Как кормить? Ну, тебя, в смысле, и тех, кто...